Уважаемые посетители портала sportbox.ru. Мы ведем прямую трансляцию с матча 4-го тура сборной России ФНЛ. Армавир, большой праздник футбола. Ажиотаж на стадионе. Футбольная арена забита, что называется, битком. Порядка 5000 зрителей сейчас находятся на трибунах. И прослушайте торпеда. Константин Морозов, защитник центральный, и оборона Сокола, чтобы справилась. Да, отразили они опасность от своих ворот, и торпеды не хотели бы такого развития событий. Да, вот сейчас фан-сектор армавирцев очень яро поддерживает свою команду. Здесь приехали несколько хорошая позиция у Шевчука для прямого удара. Итак, прямой удар наносит Шевчук, и мяч выше перекладины пролетает. Да, забыл я представить вам судейскую бригаду, обслуживают сегодняшнюю встречу. Итак, подача. Головой. Толчия у ворота. Неудачно пчелится Денис. Голкипер Сокола на выходе сыграл. Нашего атаку, и на левом фланге торпедовцы продолжают. Гиперидзе слева, пас на Алексаняна. Доставили мяч в штрафную соперника, но очень быстро Сокол. Очень неплохо переходит в атаку. Сидзе Пелиев. Вот сейчас Сокол перехватил мяч, и опасная контратака у саратовцев может получиться, а мы знаем, что контратаки они реализовывать умеют. Так, опасно было, расстреливал. Никого в этой точке, куда знаешь, пошел Нерко. И торпедовцы уже свою ответную атаку проводят. Здесь упал на газон. Позже об этом расскажу. Торпеда мяч перекладывает на удар в сторону ворота. Стоялся Алексанян, бил, но очень сильный мяч с воротами Сокола развернул. Шевчук. Подача в штрафную. На выходе не совсем уверенно действовал Комаров. Столкновение было со своим защитником. Столкнулся со своим защитником, что позволило Гиперидзе. Стоит на левом фланге, на шарканке. И снова опасно. Снова Комаров получает свою команду. Михеев с защитником Сокола. Столкнулись, и Михеев Андрей теперь уже достаточно матч получает. На 40-й минуте, видимо. Откровенно сбили сейчас Куцидзе. Предупреждение получает игрок команды Сокол. И торпедовцы. В основном времени первого тайма добавлено 2 минуты. Снова процесс под защитника торпедовцы. Куцидзе носил удар. Добавился команды. Тараканов. Состав торпеды «Армавир». Номер 27. Плохая атака.
рвется атака на Номер 156, Морозов Константин. Номер 15-й. Тараканов Егор. 4-й. Мирошниченко Сергей. Номер 7-й. Пелиев Никола. Номер 77. Абрацумян Армен. Номер 8-й. Крутинов Давид. Номер 11-й. Вверху были торпеды, но мне скажут, чипы по голове. Сезона 92-го, 93-го, 94-го года высшей лиги чемпионата России выходили тут на поле. 5 тигр. Сыграли 5 тигр друг против друга. Валерий Карпин выступал за московский «Спартак», а Валерий Кулаченко был защитником центрального волгоградского «Ротора». И вот что стоит. Хорошо. Еще получилось. Все правильно. Да, и за слово благословить за судья. Очень опасно выходит победа из атаку. И уже Сокол рвется вперед. Дегтярев очень здорово выводил сейчас своего партнера по команде. Там с обработкой. Итак, в атаке Сокол с правого фланга следует подача. В центр здесь Комаров на выходе. Знаменно мяч поймал. Стоит признать, это один из лучших голкиперов, который играл сейчас в этом сезоне. Да, и замена в составе торпеда Джаркава. А Сокол вот атакует. Там очень долго. Нападающему. Артак теряет мяч. Прошу прощения, дает Гибелидзе. Гибелидзе теряет мяч. Будет палить и получает желтую карту. Предупреждение получает игрок номер 11 футбольного клуба «Торпедо». И снова предупреждение. «Торпедо» на 88-й минуте. Айк Казарян. Предупреждение получает игрок ФК «Торпедо» Армавир. Казарян Айк, номер 9. Теряют «Торпедо» с мяч. Дегтярев. По центру. Мяч отбить. Еще один удар. Победа торпеда таким образом возможно. Ну сейчас Сокол в атаке. А ну отбились, отбились торпедовцы. И под через пас выйти в атаку. Армавирцы и ошибаются. Ошибается Морозов передача. А у Сокола сейчас на такой момент удар Морозов.